Одним из эпизодов празднования Пасхи является пришествие жен мироносец к гробу Господню. Это было как раз в светлое Христово воскресенье. Они, не зная о воскресении Христовом, пришли к его гробу для того, чтобы помазать тело казненного Спасителя специальными ароматами, которые и назывались миром. Это помазание умощает тело и оказывает ему некое духовное уважение. И вот жены мироносицы, увидя пустой гроб и ангела, который в этом гробу сказал им, что вы ищете здесь Христа распятого, но его здесь нет, он воскрес, впервые стали свидетелями этого праздника Христового воскресения и предвоздвестниками, глашатаями этого события перед другими апостолами. И вот этот день, это воскресенье, оно обязательно вспоминается в Святой Православной Церковью, потому что жены мироносицы – это особое женское служение, это особая роль женщины, которую они играют в Православной Церкви. Что можно сказать об этой роли? Женщины, пожалуй, не были великими богословами. Женщины не были, может быть, великими проповедниками и миссионерами, хотя мы знаем, например, о равноапостольной Марии Магдалине и равноапостольной Нине, крестительнице Грузии. Но женщины всегда были спутницами, о которых в Евангелии сказано, что они служили Христу и апостолам имуществом своим. Они помогали в спасительной миссии Христа, помогали в его служении. После смерти и воскресения Христа они помогали апостолам, они служили диакониссами и оказывали помощь в крещении и воцерковлении христиан в первенствующей церкви. Конечно, женщины были мученицами. Мы вспоминаем о святой великомученице Анастасии, узорешительницы. Мы вспоминаем о великомученице Екатерине, великомученице Проскеве, о мученице Татьяне Римской и многих других древних мученицах и новомученицах российских, которые отдали свою жизнь за Христа. Сейчас мы вспоминаем этот великий женский подвиг. Мы говорим о том, что женщина не является чем-то в церкви особенным. Как писал нам апостол Павел, нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, все едины во Христе Иисусе. Но в этом единстве женщины не выставляются на первые места. Они обретают особое место смирения, скромности, служения и тем самым как бы демонстрируют то место, которое женщины на самом деле должны играть в мире, не должны быть какими-то великими руководителями, не должны быть какими-то героями в мире, а должны своим женской добротою, женским смирением, женским самоотверженностью и служением давать миру то духовное наполнение и ту славу, тот христианский дух, которого, может быть, мужское служение ему и не даст. Светский безбожный мир, он празднует Международный женский день 8 марта. Этот день, он установлен и даже в советских законах прописан как День международной солидарности и борьбы трудящихся женщин за свои права. И вот даже вот само слово и формулировка «борьба женщин за свои права», она очень антихристиански звучит, потому что в христианстве человек не борется с внешним противником за какие-то выгоды и привилегии в этом мире, а борется со своим внутренним врагом, с грехами, бесами, искушением, за то, чтобы войти в совершенство, за то, чтобы лучше исполнить свое христианское предназначение. Поэтому светский праздник 8 марта, который часто становится и истолковывается как праздник торжества женщин над мужчинами,
как праздник прославления женской плоти, как праздник прославления вот какого-то женского мирского нахождения в этом мире и господства над мужчинами. Это праздник, который, наверное, не могут поддержать православные христиане, а хотели бы призвать наших сограждан, братьев и сестер по вере, чтобы они праздновали день жен мироносец, в которых мы духовное значение женщин не умаляем, а наоборот превозносим и даем ему то место и достоинство, которое оно заслуживает. Распространена такая практика, что если в нашем обществе, в русском обществе, в российском, которое воспитано на христианской культуре, когда человек просит прощения, следует ответ – Бог простит. И вопрос, каким смыслом наполняется это выражение, действительно, здесь смысла одного какого-то не может быть. Можно сказать совершенно разной интонацией, совершенно разным намерением, можно даже не иметь намерения, просто сказать это по привычке, потому что так принято. Эти слова восходят к чину богослужебному, чину прощения, который совершается в последнее воскресенье перед Великим постом. И слова в полном виде звучат так. «Бог простит, как я прощаю». Смысл этих слов заключается в следующем. В том, что человек, который таким образом отвечает, он тем самым свидетельствует, что то прощение, которое мы даем друг другу, оно без него невозможно и прощение нас Богом. Вот это свидетельство является, я бы сказал, центральным смыслом этого выражения. Можно также вспомнить слова Господней молитвы, Отче наш, где Христос учит нас молиться следующим образом. И молиться Богу, и остави нам долги наши, прости нам, то есть прости нам наши грехи, как и мы оставляем прегрешившим перед нами, должником нашим. И здесь тоже смысл в том, что без прощения людьми, других людей, тех, кем они были обижены, невозможно и установление полноценных отношений с Богом, как с Отцом. Это условие спасения. И следует сказать о том, а почему мы имеем нужду в прощении. Мы, люди, имеем несовершенную природу и имеем свойство обижаться. Обида – это такое состояние человека, которое разрушает человеческие отношения, делает человека жестокосердным. Эти отношения также, как мы сказали, мешают и отношениям человека с Богом. В общем, полностью разрушают духовную жизнь человека. Обида, корень обиды находится в самозакопанности человека. То есть, когда человек очень концентрируется на себе. То, что мы называем самолюбием, это можно назвать эгоизмом, гордостью, гордыней. И святые отцы, рассуждая об этом несовершенстве, об этом грехе человеческом, советуют следующие способы преодоления обиды. Во-первых, если ты испытываешь обиду к человеку, нужно помолиться об этом человеке. Молитва, искренняя молитва к Богу, никогда лишней не бывает. Действительно, нужно помолиться Богу и тем самым все свои душевные движения направить в верное русло. А второй шаг, который нужно сделать человеку, который испытывает чувство обиды, это при встрече с обидчиком не настраиваться на какие-то неприятные разговоры. Ну, во-первых, нужно хотя бы мину на лице держать не угрюмую, а веселую, тем самым хотя бы внешним образом пытаться преодолеть этот разрыв.
добрый день. К нам на почту приходят вопросы наших зрителей, и вот один из них. Что делать, если причастился без исповеди? Грех ли это или вполне допустимо? Как часто вообще нужно исповедоваться, по потребности души или по какому-либо графику? Исповедь, таинство покаяния, не является неотъемлемой частью Евхаристии, таинства причащения, но может совершаться независимо от него и даже не обязательно в храме, в больнице, дома, на поле боя или практически в любом месте. И в разные века, в разных поместных церквях вопрос этот, вопрос о взаимосвязи исповеди и последующее причащение решался не одинаково. У греков, например, так, у русских как-то по-другому. В качестве примера. Евхаристию можно уподобить пище для души и духа, а покаяние сравнить с баней, омывающей совесть. Так вот, в норме вещей, разумеется, стоит идти к столу с умытыми руками, но при этом бывают обстоятельства, когда следует немедленно и безотлагательно напитать умирающего от голода человека, даже невзирая на его нечистоту или неподготовленность. В русской практике уже на протяжении многих столетий принято исповедоваться перед каждым причащением. И именно на эту практику ориентируется большинство прихожан. Однако по согласованию с духовником люди, живущие насыщенной, интенсивной духовной жизнью, могут приступать к причастию на протяжении какого-то времени, даже и не исповедуясь. На самом деле, говоря о этих словах, мы должны понимать, что эта фраза не целиковая, это лишь ее окончание. В самом деле, в тот момент, когда эта фраза была произнесена Господом, говорилось это непосредственно о молитве. Ты же, помолившись, решивший помолиться, войди в комнату твою, закрой дверь твою и помолившись Отцу твоему, который есть в тайне, воздаст тебе явно. О чем говорится? Говорится о том, чтобы молитва не была прилюдной, чтобы молитва не была лицемерной, потому что на самом деле лицемерие и праведность, между ними очень тонкая грань. Грань, которую очень легко перейти, которая на самом деле чистая сердечная молитва может превратиться в элементарное лицемерие, когда человек уже не Богу воздает, но воздает ближним, воздает ради славы, раздает ради своей гордости. Поэтому, понимая такую тонкую психику человека, Господь дает такую рекомендацию, чтобы человек служил не ближним, но, во-первых, Господу, и который есть в тайне. Ведь действительно, Господь, который, мы знаем, пребывает с нами, пребывает всегда с верующими и неверующими, не спосылает дождь как на праведников, так и на грешников, не пребывает с нами явно, как мы привыкли видеть весь этот чувственный эмпирический мир. Но тем не менее, который пребывает в неведении нашем, и мы воздаем ему также в этом неведении, воздаем в тайне. Благодарственная треба существует среди ряда других треб. Это так называемое благодарственное прошение, когда во время ектении у Господа мы благодарим Господа за какие-то полученные благодеяния для нас. И, соответственно, заказывают эту требу те, кто просил что-то у Господа и получил просимое. И, соответственно, возникает вопрос: а вообще, зачем благодарить Бога? Ведь Богу ничего от нас не нужно, да, и, соответственно, по идее, не нужна и наша благодарность. И вот с этой точки зрения можно сказать, что эта благодарность нужна как раз больше для нас. Потому что Господь ждет от нас ответа на свою любовь к нам. В чем этот ответ может проявляться? Как раз в словах благодарности. Благодарности за прожитый день, благодарности за то, что мы живы, мы имеем кровь, пропитание. Да, много за что можно поблагодарить Господа. Даже за какие-то неприятности, которые происходят в нашей жизни, нужно тоже благодарить.
Был такой случай у нас в храме. Приходила бабушка, пожилая женщина, и говорила, постоянно жаловалась на соседку. У нее какой-то был конфликт с этой соседкой. И вот она говорила, что вот житья нет от этой соседки. Потом эта бабушка проходит какое-то время, проходит месяц, ее нет, она приходит и рассказывает историю, что вот близких у этой бабушки, соответственно, не было, да, она вот была одинока, и она подскользнулась в ванную, упала, не могла встать. И вот как раз ее соседка, с которой она постоянно конфликтовала, первая увидела, что она вроде не выходит во двор и нигде не появляется, забила тревогу, начала стучаться, и потом вызвал уже спасателей, там скрыли дверь, ее спасли. И получилось, что вот та женщина, с которой у нее происходило конфликт, как раз оказалась ее спасительницей. Более того, они потом помирились и вот как-то вместе коротали свои дни. Поэтому даже вот за вроде бы такую вздорную соседку тоже нужно благодарить Господа, потому что неизвестно, чем обернется, скажем, такая даже неприятность в жизни. Благодарить можно найти слова благодарности за все, еще раз повторю. Даже главное таинство церкви, причастие, да, в простонародье, она с греческого переводится благодарение, евхаристия, благодарение. То есть мы каждое воскресенье благодарим Господа за прожитую неделю. Находим в себе силы поблагодарить даже за плохое. И тогда, когда мы благодарим даже за то, что плохое, что происходит с нами, а чаще всего это происходит плохое как раз и по нашей вине, да, по нашей зависти, по нашей неблагодарности, опять же, к Богу, по нашим осуждениям других людей. И когда мы находим силы поблагодарить даже за плохое, жизнь наша меняется. Это происходит таинственно в сердце человека, но человек начинает радоваться этой жизни. Да. Общая беда нынешнего мира — что человек постоянно чем-то недоволен, он не ощущает радости жизни. И при том мы помним прекрасно, что наши прабабушки, бабушки, которые пережили страшную войну, какую-то блокаду, они всегда благодарили за то, что вот они живы, за то, что есть хлеб над головой, и были счастливыми людьми, они умели радоваться жизни. А радость жизни — это всегда благодарение за эту жизнь, благодарение Богу. Поэтому вот эта благодарность Богу нужна, естественно, не Богу, а всем нам, чтобы радоваться этой жизни. Один из самых больших монастырей Симбирской губернии, ровесник Симбирска, известный на всю Россию, в советское время стертый с лица земли, вновь стал возрождаться 4 года назад. Постепенно вырисовываются его очертания. На монастырской территории, в самом центре города, возводятся храмы. Сейчас идет строительство надвратного храма в честь симбирских новомучеников. Не так давно, 5 января, был поднят на его колокольню первый, самый большой в губернии, колокол. Весной планируется поднять оставшиеся колокола на следующий уровень колокольни, а затем начнут готовить площадку под строительство Спасского собора. Комплекс монастыря, значит, когда нам его передали, здесь было 4 здания. Да, вот, игуменский, сестринский корпус, просфорня с пекарней и постоялый двор. На данный момент, значит, закончили реконструкцию сестринского корпуса, причем был сделан капитальный ремонт, и фасады, и внутренние работы были проведены. Точно аналогично и игуменский корпус. Тоже внутри закончились реставрационные работы, и фасад тоже закончили. На сегодня все церковные службы проходят в храме Иверской иконы Божьей Матери, расположенном на 2-м этаже сестринского корпуса монастыря. По большим событиям, связанным с возрождением обители, служение возглавляет митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. Постепенно приход храма растет, сюда любят ходить семьями. В монастыре организована своя воскресная школа, есть детская изо-студия. В сестринском корпусе мы попали на вебинар по лечебному делу, на котором насельница изучает лекарственные свойства растений под руководством известной травницы-целителя, кандидата фармацевтических наук Зинаиды Васильевны Коробцовой. Здесь мы познакомились с матушкой Варнавой. Она нам вкратце рассказала, чем монахини занимаются в монастыре. Сейчас вот у нас открыта домовая церковь, где в 2016 году, 5 января, началось как бы первая служба, храм освящен, началась как бы новая монашеская жизнь.
и как бы идет каждодневное богослужение. Мы совершаем каждодневные правила. Правило наше идет по всем монашеским уставам, вплоть до того, что мы каждый день ходим крестным ходом, читаем богородичные правила и как-то пытаемся немножко возродить вот эту как бы нашу монашескую жизнь. Сегодня в монастыре живет 8 мантийных монахинь, 3 инокини, также есть послушницы. По словам матушки Варнавы, в монастырь частенько приходят женщины разного возраста, которые иногда подолгу живут в монастыре, пробуют на себе монашеский крест. Некоторые из них так и остаются в обители. Одно из многочисленных послушаний матушки Варнавы – проводить экскурсии. Мы тоже попросили ее провести для нас небольшую экскурсию по монастырю. В первую очередь заглянули в келью современной монашки, где все просто – кровать, стол, шкаф, в красном углу божница. Ничего лишнего. Келья монахинь находится на том же этаже, что и церковь, Иверский храм. Кстати, во время церковных служб в храме монахини сами поют вместо певчих, которых в других храмах привлекают иногда со стороны. В монастыре насельниц обучают многому, в том числе и петь. Поют они от чистого сердца, душевно и проникновенно. Матушкой Варнавой нам позволили заглянуть в просфорную, пекарню. Здесь пекут просфоры, богослужебный хлеб и пироги. Это одно из непростых послушаний насельниц. Печь приходится помногу и не только днем, но и ночью. Затем сотни маленьких просфор, приготовленных в монастырской просфорной, разводятся по 13 храмам метрополии. А вот так выглядит эскизный проект обновленного монастыря. Матушка Варнава показала прежние исторические границы обители. На сегодня они заметно сократились. Значительная часть бывшей монастырской земли находится под дворцом культуры и торговым центром. На плане рядом с игуменским корпусом стоит еще храм. Это будущий Спасский собор, точная копия разрушенного. Он будет находиться практически на историческом месте, правда, на несколько метров ближе к Сестринскому корпусу. Место его алтаря занял дворец культуры. Именно от Спасского собора получил название сам монастырь. Как утверждает протоиерей Николай Архангельский, который хорошо знаком с историей монастыря, в том храме находилась икона Спаса Нерукотворного, которая сейчас занимает достойное место в храме Иверской иконы Божией Матери. Читая название, сия икона находилась на вратах крепости во время злодейского нашествия на город Симбирск Стеньки Разина. То есть из истории мы знаем, что уже в 1670-71 годах эта икона была, то есть ей уже больше 300 лет, и эта икона находилась на вратах города Симбирска. И по молитвам верующих людей эта икона и спасла град от вот этого страшного крестьянского восстания. Потом икона долгое время находилась в храме Спаса Нерукотворного в Спасском монастыре. Но когда разрушили соборы, все думали, что икону утратили. История ее обретения тоже, в общем-то, не совсем обыкновенная, потому что эта икона была обретена совсем-совсем случайно, еще во времена владыки Прокла. На чердаке перебирали старые иконы и обнаружили какую-то старую закопченную икону, и отдали ее в реставрацию. И когда реставратор стал снимать вот эти слои, которые сверху покрывали от времени, то была обретена и вот эта надпись. Таким образом, мы поняли, что эта икона та самая, та чудесная, чудотворная. Чудом сохранились и фотографии некоторых монахинь. Сегодня они размещены у входа в Иверский домовой храм. Здесь есть фотографии одной из последних настоятельниц монастыря, игумении Феофании. Ее прах после перезахоронения покоится на Воскресенском кладбище. А последняя монахиня прежнего монастыря, инокиня Матрона, покинула этот мир в 1984 году. Каждый ее день начинался с поминания. Она со слезами вычитывала почти 3000 имен. Обитель Спасская простояла до 1920 года. В этом году распоряжением
советской власти, монастырь был закрыт, и жестко в течение 3 дней было потребовано убраться всем монахиням из этого монастыря. Вот монахини обращались с просьбой к советской власти о том, чтобы им хотя бы дали неделю на сборы, потому что был ноябрь месяц, и очень многие монахини были пожилые. Монахини в этом монастыре жили, конечно, уже сознательно практически всю жизнь, и им некуда было идти. Практически сразу после закрытия монастыря на его территории был организован первый в Поволжье концентрационный лагерь. Узниками его стали, в числе прочих, и представители духовенства. После окончания гражданской войны концлагерь был закрыт. Большая часть бывших жилых помещений монастыря была отдана рабочим патронного завода. Что касается уже полностью уничтожения храмов, то, скорее всего, это произошло в 1935 году. То есть эти храмы были взорваны. Вот, и для того, чтобы как-то вот показать вот свою неприязнь и надругаться над святынями, то коммунисты поставили на месте алтаря Спасского храма общественный туалет. То есть не только вот как бы разрушить и уничтожить, а еще и осквернить. Ничуть не лучше советская власть относилась и к насельницам. В дом матушки Екатерины Декалиной сотрудники НКВД пришли почти под самый Новый год, 29 декабря 1937 года. В этих архивах допросов видно, как спокойно и мужественно вела себя эта уже к тому времени пожилая женщина. Ведь она прожила 63 года, то есть ко дню своей мученической кончины она уже прожила жизнь. И она говорила очень спокойно, уверенно, что даже следователь был удивлен. Из протокола это тоже видно. Екатерина Декалина не выдала никого, кто входил в круг ее общения, тем самым подписав себе смертный приговор. Ее казнили в ночь с 17 на 18 февраля 1938 года. А в середине 2004 года Екатерина Декалина была прославлена в чине преподобной мученицы и вошла в число 8 святых земли Симбирской. Совсем скоро на территории монастыря в игуменском корпусе откроется еще один домовой храм, который будет носить имя преподобной мученицы Екатерины Декалиной. Сейчас там идут работы по росписи стен. В готовых фресках уже можно рассмотреть христианские сюжеты. Распятие Иисуса Христа, сошествие Христа в ад, поклонение жертве. Так как этот храм посвящен мученице, то, конечно, предпочтение, и этот храм находится в женском монастыре, то предпочтение, если это касательно святых, да, изображения святых, подбора святых, да, то акцент делался на преподобных, на монашествующих, да, тех, кто был основателями монашеской жизни как в России, так и вообще в христианском мире. Иконописец показал готовую икону с изображением преподобной мученицы Екатерины Декалиной. В дальнейшем киот с этой иконой планируют разместить напротив входа в храм. Образ святой также будет в иконостасе храма.